Добрый день, меня зовут Иосиф Иткин, я работаю в компании ExactPro, и мы проводим школу TMPA по тестированию в Саратове. Я хочу сказать огромное спасибо представителям компании Yukon Events Group. Благодаря им мы смогли организовать это мероприятие, благодаря им оно стало таким супер. Всем привет! Сегодня мы начинаем первый день нашей школы тестирования TMPAS Club. Пойдемте посмотрим, что у нас там происходит. Сегодня мы ожидаем около 200 людей, а всего на 3 дня конференции школы тестирования TMPAS Club зарегистрировалось более 300 участников. Я учусь в СГУ, магистратуре на биологическом факультете. Да, и поэтому можно меня назвать скорее энтузиастом, потому что я начала изучать тестирование именно из-за интереса. Ну, вообще, я филолог, изучаю немецкий язык и литературу. Так. Вот, но надеюсь, как бы дальше работать в этой сфере. Я учусь в СГТУ имени Гагарина на третьем курсе. На специальности информационной системы и технологии. Я думаю, между пойти на разработчика или на тестировщика, и поэтому пришла, чтобы узнать подробнее об этой сфере деятельности. Стараемся просто вот, все возможное. Найти себя, да. Решить, что мы будем делать дальше, тестировать, разрабатывать или что-то еще. Просто слышал об этом мероприятии, и вот пришел. Пришел, собственно, первый день просто посмотреть, вспомнить, что это. И вот последующий, мне даже интересно про блокчейн и вот про практики, какие в Люксофт есть. А что ждете от мероприятия? Ну, узнать больше каких-то знаний получить. И практических, не теоретических, и познакомиться с людьми просто. Лекции, опыт, хорошие люди, хорошая компания, новые знакомства. Ну, ожидаю я, конечно, кучу знаний, кучу какого-то опыта полезного. В реалиях современного мира, когда меняется все очень быстро, меняются инструменты, меняется технология, меняются задачи и проблемы, очень важно обучаться, образовываться непрерывно. И те люди, которые пришли сегодня на школу, они это понимают. Они хотят оставаться на рынке труда очень востребованными специалистами. Это очень круто, и надеюсь, что такие школы, как TMPA School, они с каждым годом будут набирать обороты, и люди будут ходить на них и развиваться. Очень крутое мероприятие, нам очень понравилось, в частности, доклад про нефункциональное тестирование, про нагрузочное тестирование. Какие-то примеры из практики реального тестирования за многие годы накопленные, то есть с корпорацией Boeing, там, с принтерами был классный пример. Вот, так что советую не сидеть дома, ходить на такие мероприятия и развиваться. Hey, всем привет, приходите на следующий год сюда, это круто. Я рад, что мне предоставилась возможность посетить этот прекрасный город и поделиться опытом с молодыми ребятами. В целом, мне мероприятие очень понравилось. Я благодарю вас за приглашение. Очень классный формат, и я думаю, надо продолжать.